Итак, дорогие друзья, выходные. А выходные в нашей жизни означают только одно, что в эфире ваша любимая музыкально-поздравительная программа «Полифония». В студии для вас, как всегда, работает Марат Тимохин. И, как всегда, мы начинаем. Ну что, дорогие друзья, будем зачитывать письма, которые пришли в адрес программы «Полифония». Итак, первое письмо от Рамазановых из Орловской области. Ассаламу алейкум, уважаемый Марат Тимохин. Ва алейкум ассалам, друзья. Пишет вам письмо из Орловской области, Болховского района, села Варилово, семья Рамазановых. 27 мая у нашего внука Курбанова гости, проживающая в Мценском районе село Подберезово, день рождения. И мы всей семьей хотим его поздравить. Дорогой внучок, с днем рождения, родной! Прими от своей бабушки, а также от дедушки пожелания крепкого здоровья, большой и искренней любви, уважения, благополучия, окружения верными друзьями и любимыми близкими. Пусть все в твоей жизни строится так, как хочется тебе. Большого счастья тебе, родной и любимый наш, и побольше тебе веселых дней. Ты мой внук, любимый и родной. Я хочу все время быть с тобой, на тебя смотреть и любоваться, и успехами твоими восхищаться. С днем рождения сердечно поздравляю. Быть здоровым, сильным пожелаю. Спортом заниматься и учиться. Работящим быть и не лениться. Пусть мечты твои немедленно сбываются, дни хорошие успехами кончаются. Любят все, целуют, обнимают, а родные просто обожают. Будь веселым, будь счастливым, никогда не унывай. Любим мы тебя всем сердцем, это ты не забывай. С уважением, бабушка Умама, тогда Фатимат, дедушка Рамазан. Уважаемый Марат, спасибо, что вы радуете наши сердца. Огромное спасибо вам за такую замечательную программу. Замечательную, зажигательную песню на гульском языке, пожалуйста. Вот, все будет. Все будет специально для внука, для гостей. Будет сейчас песня от бабушек и дедушки. Конечно же, музыкальный подарок. Ну, а всем родным побольше радоваться счастью и удачам, всем тем замечательным делам, которые будут встречаться в судьбе вашего внука, друзья.
айдар навас, хаваса ули курай, хар исандин, нитуч ралит да курай, хадда уас, чихуна ала курай, ганетари. Именно такой индекс у нашей программы. Ну, а более полный адрес, я надеюсь, вы сейчас запишете. Итак, 367-032. Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала. Улица имени Магомеда Гаджиева, 188 РГВК Дагестан, музыкальная редакция, программа «Полифония». Пишите ваши письма, отправляйте по этому адресу, поздравляйте своих друзей, родных, знакомых, передавайте им музыкальные приветы, да просто делайте музыкальные заявки. Я обязательно прочту ваши письма здесь, в эфирной студии программы «Полифония». Следующее письмо, которое я держу в руках, пришло к нам из Тамбовской области. Так, ну что ж, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Марат и сотрудники съемочной бригады этой замечательной музыкально-поздравительной программы «Полифония». Ух, класс. Разрешите в очередной раз побеспокоить вас из Тамбовской области, и на это есть повод. В июне в семье Яхьяевых из Каспийска отмечают дни рождения два замечательных человека. Это глава семьи Минажуддин Юсупович и его сын Шамиль Минажуддинович. Причем Шамилю исполнится 35 лет. Это хороший возраст. Возраст состоявшегося человека, избравшего в своей жизни благородную профессию – защищать Родину. Прошу поздравить именинников такими словами. Пусть будет небо ясное над вами. Пусть будет жизнь по-доброму светла. Живите окруженные друзьями и всех вам благ, здоровья и тепла. Желаю я вам счастья и удачи. Пусть рядом будут радость и мечта. И пусть из всех мужских моральных качеств сильнейшим остается доброта. Если можно, передайте, пожалуйста, для именинников хорошую песню. Огромное спасибо. С благодарностью и уважением, Алевтина Бородина, Тамбовская область. Есть, товарищ. Есть. И еще, Марат, вам отдельное спасибо. Вы так хорошо читаете мои письма, что те эмоции, которые хотелось бы передать при поздравлении, передаются несомненно. Спасибо вам. Алевтина, спасибо вам за такое замечательное, доброе слово в конце письма обо мне. Ну, а Минажуддину Юсуповичу, Шамилю Минажуддиновичу, поздравления. Поздравления с днем рождения. Единственное, могу поспорить по поводу состоявшегося человека, но это не сегодня и не здесь. Состоявшийся – это тот, который никогда ни к чему не стремится. А я думаю, у Шамиля, конечно же, будет много желаний идти вперед, достигать каких-то новых целей и так далее, и так далее. Дай бог, чтобы все это случилось. Ну и Минажуддину Юсуповичу тоже долгих лет здоровья и, конечно же, улыбок побольше. Музыкальный подарок для именинников. Праздники веселые и разные, наши бурные жизни гости частые. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. В нашей жизни всякое случается, далеко не все мечты сбываются.
сон, хмель, вина и песен звон в дом приносит он. Этот праздник, день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. Сон, хмель, вина и песен звон в дом приносит он. Этот праздник, день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. Годом нашим счет. Как всегда, дорогие друзья, напоминаю вам, что все самые интересные новости из жизни телеканала РГВК «Дагестан» вы сможете найти на нашем сайте, который находится в интернете по адресу rgvktv.ru. Последние новости нашей республики, последние основные новости Российской Федерации, а также основные мировые новости. Ну и самое главное – это онлайн-вещание. Онлайн-вещание радио «Страна Гор» и, конечно же, РГВК «Дагестан». Подключайтесь, смотрите, будьте вместе с нами. rgvktv.ru. Так, письмо из города Махачкала. Будем узнавать, кто кого и с чем поздравляет. Письмо небольшое, но содержательное. Итак, с юбилеем Заирбекову Асият Сулеймановну. Дело в том, что у Асият Сулеймановны был день рождения 23 мая. Вот. «Моя любимая жена, моя надежная спутница жизни, сегодня ты отмечаешь прекрасный праздник, день рождения. Я желаю тебе крепкого здоровья, улыбок и хорошего настроения. Пусть жизнь дарит тебе только счастливые моменты. Пусть удача выбирает только тебя, моя радость. Пусть на твоем пути встречаются только надежные друзья и никогда не будет разочарований. Будь всегда такой красивой, веселой, ласковой и нежной. Пусть все твои мечты превратятся в реальность. Люблю тебя, моя единственная». Без подписи. Ну что ж, я тоже присоединюсь, поздравлю Асият Сулеймановну Заирбекову с таким небольшим круглым праздничком, день рождения, там круглая дата, не буду озвучивать, женщине всегда 18 лет. Ну и музыкальная заявка, конечно же, для именинницы.
под этим небом. Хорошо с тобою под дождем, лишь бы ты была со мною рядом. Ну а что еще? Лишь бы ты была со мною рядом. Ну а что еще? Найти нас в социальных сетях достаточно просто. Достаточно поискать РГВК ТВ, и вы найдете нас в Одноклассниках, в WhatsApp, в Инстаграме, ВКонтакте и так далее. Так что ищите. Как говорится, кто ищет, тот обрящет. РГВК ТВ. Так, еще одно письмо из Махачкалы, и поздравляют здесь Газиявдибирова Магомеда Абдулхаликовича. Да, 20 мая был день рождения. Мой милый, мой самый главный человек в жизни. С тобой рядышком мне так уютно и хорошо. Ты моя надежда, моя опора, моя надежда, мой самый главный человек в жизни. Все печали и радости мы делим пополам. Мы с тобой одно целое. Сегодня твой день рождения. Разреши от всего сердца поздравить тебя с личным праздником, мой любимый супруг. Желаю тебе крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всем. Будь всегда нежным, любимым и самым желанным. Пусть добрый ангел всегда оберегает тебя, мой единственный. Ох, вы знаете, друзья, такие хорошие, прекрасные слова, что добавлять сюда просто нечего. Остается только подарить музыкальный подарок для именинника. Магомед Абдулхаликович, это для вас.
حمد دورگی سرت سونیلا با خلقا ری تو خیت سونولو سوکیدا خدیر با خطا بد آخیت سوما داره اون را کل سال دوخته ری کادر و جونا ارکه ناسوما سوما دست و سا Сунулец ахадала сходучу хара иго Кадам хит сунарам бара Катаврат нирхини яблата خاگی خاک دیر بر خاتم تا که سوما داره اون را قطع دو خه ریکا دیر و جونا ارکه نسوما سوما دست و سا ری تو خی سونو لطفا دل از هدو چو حرایی دو دادن خی سونا را بارا کاتا ورد دی خیری ابواتا И еще одно письмо, оно пришло к нам от Амариевой Джамили из Ставропольского края. Так, Ставропольский край, Новоселицкий район. Ого-го, это наши постоянные телезрители там живут, в Новоселицком районе. Ассаламу алейкум, уважаемый Марат. Ва алейкум ассалам. Пишет вам Амариева Джамиля. Уже который раз с вашей помощью спешу поздравить дорогих и близких мне людей. На этот раз это наш любимый папа Амариев Магомед, у которого день рождения 2 июня. Также наша любимая мама Амариева Айша, у нее день рождения 3 июня. И наша любимая сестра Амариева Саният, у нее день рождения 4 июня. Желаем здоровья, ведь часто его не хватает. Веселье желаем, оно никогда не мешает. Удачи желаем, а она ведь приходит нечасто и просто. Желаем огромного личного счастья. Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины, всегда иметь веселый вид, вовек не знать, что где болит. Ну, а к поздравлениям, конечно же, присоединяются все родные, близкие, друзья и коллеги, и так далее, и так далее. Ну, просят песню в исполнении. И заранее благодарим Марат и вашу съемочную группу. Желаем успехов в работе и личной жизни. До новых встреч. Вот что мне больше всего понравилось в этом письме. Мама, папа и тут же еще и сестра подряд. Второе, третье, четвертое. В один день даже как-то объединять не хочется. Хочется, чтобы этот праздник дней рождения никогда... Фестиваль такой, карнавал дней рождения никогда не заканчивался. Но все равно все проходит, все как-то так забывается. И тем не менее мы стремимся вперед. Дорогие именинники, дорогие Магомед, Айша, Саният, вас поздравляю с вашими праздниками. Дай Бог вам много-много-много здоровья, много улыбок и много хорошего настроения. Like that.
Rigon rira et la vitesse. Washi washi wari. Mujela shai ki vitesse. Musha ja hedi ke. Kata ju hai di ke. Kalam sabur bari. Kada da lai di ke. Ai da lai da lai da lai. Da lai da hai na da lai. Ai da lai da lai da lai. Javliki maru udra, Vila Abdal Railiji, YCP Kri Agara, Ashigli Saira Hechi. Musha Jahedi Ke, Kata Juhai Di Ke, Kalam Sabur Bari, Kada Dalai Di Ke, Ai Dalai Dalai Dalai. Спонсор программы «Полифония» – цейлонский оригинальный чай «Муса». Пейте чай «Муса», и настроение ваше будет всегда очень и очень хорошим. Завершен очередной выпуск музыкально-поздравительной программы «Полифония». Дорогие друзья, как всегда говорю огромное спасибо вам за то, что были вместе с нами, за то, что присылаете свои письма. Ну и, конечно же, сегодня вот отдельное спасибо нашим операторам. Они так сопротивлялись, но такие довольные и счастливые сейчас сидят напротив. Спасибо всем, увидимся через неделю. Пока! Check the song.